А вот простенький пример. Сейчас будем заканчивать, ребят. А вот почему у меня сохнет это? Опять черешня. Кажется, черешня. Начинаю, я уже сразу догадался. Вон в самом низу, видите? Потом автор догадался еще не сфотографировать. Угробил дерево. Защищал от муравьев. Они так хотели. Им так нужно было. Масло, синтепон. Сгноил. Вот видите, побег целенький. Все, друзья, время вышло. Вот. А, я еще ей вот отвечу. Знаете, я на все вопросы ответил. Вот. Когда речь зашла о вегетативной гибридизации, я уже на последний гость. Вот она, наша Оля. Вот. Она говорила, перестаньте меня преследовать. Я сказал, извинитесь, тут же перестану. И уже так приходилось делать. Вот. Вы пишете. Ответила Юрий. Юрий мой брат железный. Увы, имена известны только в узких кругах. Даже не обо всех в Википедии написано. Но это не важно. Вегетативная гибридизация железного. Да, железного. Почему? Потому что это мой метод, не вариант вегетативной гибридизации. Вот. А теперь смотрите, какая она умная. 100 лет. Не время. Теперь. И не надо писать, что я придумал о вегетативной гибридизации. Любой может прочитать. Да? Цитирую. Вегетативная гибридизация популяризировала Лысенко в целях опровержения классической генетики и хромосомной наследственности. Да, действительно. Она не имеет отношения ни к классической генетике, ни к хромосомной наследственности. Совершенно верно. Вот. Была подхвачена последователями. Ты же ее фамилия только изменилась. Ну и сюда я вхожу. Вот. В результате исследования ложность вегетативной гибридизации была опровергнута. И вот тут она. Я, помните, 2 раза прикрался, это 3-й раз. Желая вот это вот подтвердить, вегетативная зажжённая наука, она такую свинью подсунула тем, кто верит ей, всем этим преподавателям, которые ее учили. Вот одно слово, и она все перевернула наизнанку. Вы понимаете? Ложность в их теории была опровергнута. Не теория была опровергнута, а ложность была опровергнута. То есть она на самом деле есть, утверждает Ольга, но она не имела в виду, что она это. Она просто неграмотная девчонка, просто не понимает, что творит. И мои 10 примеров ее не касаются, ничего этого нет. Понимаете? Вот это вот я хотел сказать. Дело в том, друзья, что... Сейчас будем заканчивать. Дело в том, друзья, что из-за таких, как Ольга, а я говорю, почему нужен чрезвычайный комиссар? Почему нужно осознать все это и прекратить его этим заниматься, скрещиванием 2 сортов и 10 лет выращивать, и уже в живых нет авторов, а оно все еще это. Или как эти самые. Я же дружил и дружу с этими, с директорами ГСУ. Да, уже все, уже это, уже тонны бумаги списаны. А на 10-й год раз 40 градусов мороза, все мертво. А бумаги списаны, а зарплаты получены, правда, зарплаты нищенские. Вот так и живем. Как ты могла вот это написать? Ой, не могу. Вот, это еще не все. Была, это, ложность была опровергнута. Ложность. А может быть ты это, засланный казачок, может быть наш человек, но он тебя боится, что тебя уволят, но я не знаю, где ты работаешь. Потому что если ты напишешь, что вегетативная гибридизация подтвердилась, с любого института как пробка с под шампанского. Сама мысль, Мичурин, Лысенко, и понимаешь, Ольга, не обо всех в Википедии написано. Слушай, ты что-нибудь слышала про Чарльза Дарвина, да? В 19 веке самый ярый приверженец вегетативной гибридизации. И тогда прививками занимались. А вегетативная гибридизация может быть только прививкой, только. И вместе, где срастаются два этих, и вдруг какая-то сдуру веточка появляется, это химера. А дальше ее надо послать, отрезать, ее не будет. А я ее не отрезаю, а Латинков не отрезал. А?
Возьми ее и перенеси на другую, закрепи эти самые. И она перестает быть. Так, Дарина не слышала, нет? Я сейчас буду прикалываться, как хочу. Ты сама, ты же выставила нас идиотами. Ты ничего не зная про... Ты взяла, теперь не я придумал. Вот если бы ты придумала, я бы тебя уважал бы. Что ты работала на 10 лет, 20 лет на витиоторганизации. Вот. Лысенко, значит, обманул. Я жизнь прожила зря. Нету никакой витиоторганизации. Вот если бы ты так. Но ты... Любой может прочитать. Ты взяла, передрала то, что было 80-70 лет назад. Передрала. А для меня это не истина. Не обо всех написано в Википедии. Чарльза Дарвина там нету? А? Не слышу. Нету? А Вечурина там нету в Википедии? Ну-ка. А его шеститомника нету? Да еще умудрилась это самое опровергнуть своих же этих учителей. Это ж как можно было написать, потому что даже не ведаешь, что творишь. Ложность теории вегетативизации была опровергнута. Ложность была опровергнута. Не теория, а ложность. Плюс на минус. Ничего, извинись, я все забуду. А пока буду про каждый случай вспоминать. А это простые люди. А это что, не вегетативный гибрид? Ну-ка найди хоть в одном научном саду вот это. А вот это что, не вегетативный гибрид? А это? А я специально, знаешь, что я взял? Я взял Латинкова. Знаете, попробуй ты с ним теперь поспорить. Попробуй его, Ольга, послать куда-нибудь. Он на том свете. Вот. Таким людям кто-то уважать надо. Попробуй сказать, что это не вегетативный гибрид. Это моя переделка. Ой, не так. Это мы вместе делали. А это чисто его академик. Ну? Похож на мой академик? Абсолютно не похож. Ну, все, наверное. Так, ребята, мне нужно делать перерыв. Давайте 5-минутный перерыв устроим. У нас по графику мы должны перейти туда, в ту комнату. Сейчас мы туда попадем и сделаем перерыв. Мне интересно, хоть сколько людей будет там, хоть сколько-то нас осталось или нет. Так, где эта комната? Войти. Так. О, еще меньше стало. Все, ребят, заканчивается наша это... Наша карьера заканчивается. Все. Может быть, это явление, как оно называется? Сезонное. Зимой было бы ясно больше. А может, пора и закругляться. Так. Давайте-ка я схожу на кухню. Мне нужно еще чайку добавить.